место весовой категории 69 килограмм награждается Данис Габдрафиков. Мастер спорта России. За первое место весовой категории 81 килограмм награждается Павел Никаноров, город Стерлитамак. Тарзан, мы продолжаем награждать наших сегодняшних партнеров. И на сцену приглашаются менеджер по продажам Республики Башкортостан и сети магазинов косметики и парфюмерии «Литуаль» Светлана Тесленко, пластический хирург Усман Камалов и руководитель центра коррекции фигуры G-Kate на Чудинова 7/1 Екатерина Голубева. «Литуаль» – лидер парфюмерно-косметического рынка России. В нашем ассортименте больше 300 брендов. На любой вкус и кошелек. Представляем пластического хирурга. Обладателя премии года в номинации «Лучший пластический хирург» Усман Камалов. Вот именно эти люди заходят потом, после этих файтов, и чинят наших парней. Центр коррекции фигуры G-Kate на Чудинова 7/1. Оказывает множество услуг по коррекции фигуры. Новейшие аппараты, индивидуальный подход, новинки индустрии красоты. Голубева Екатерина – женщина, имеющая огромные силы. Тренер по раскрытию женской энергии. А также известный экстрасенс и маг России. Предупреждать надо, знаете ли. Центр коррекции фигуры оказывает множество услуг по коррекции фигуры. Новейшие аппараты, индивидуальный подход, новинки индустрии красоты. Это люди, которые делают нас красивее, желаннее, счастливее. От компании «Литуаль». Самой очаровательной девушке за самое шикарное платье сегодня. Подарок. Подарочек. Крем для тела от марки «Шанель». Александр, вам маленький комплимент от «Литуаль». Это гель для душа «Шанель». Спасибо большое за подарок. На сцену приглашаются директор компании «Бартеркард» Альберт Фарганов, основатель «Enjoy Box» Азиза Камалова и генеральный директор компании «Красный ключ» Ян Терновский. «Бартеркард» – система многостороннего товарообмена. Если вы хотите расширить возможности своего бизнеса, зайдите на сайт компании «Бартеркард» и оставляйте заявку для регистрации в системе «Бартеркард». «Enjoy Box» – это сервис доставки сбалансированного питания на весь день. Каждая программа составлена опытными диетологами и шеф-поварами в зависимости от цели, просчитана по калорийности и соотношению белков, жиров и углеводов. «Красный ключ» – это крупнейший родник России, это питьевая вода и сладкие газированные напитки. Это полная модернизация производства в 2017 году. А мы встречаем невероятно очаровательных девушек, шоу-балет X-Woman и волшебная скрипка Светлана Бойко и их магия света. Встречаем аплодисментами.
группы на сцену приглашаются директор уфимских натуральных напитков Алина Бондаренко, исполнительный директор торговой марки «Сушимания» Адель Нового и управляющий рестораном доставки «Сушимания» Аделя Ибатулина, директор по рекламе журнала «Свадьба на ура» Екатерина Потапенко. А также мы приглашаем управляющую компанией Центра дизайна волос Екатерину Еркаеву. Вкусные освежающие разливные напитки от башкирского производителя, проверенные временем. Качественная продукция и большой опыт работы. Собственные производственные мощности, которые позволяют успешно продвигать продукты на рынке республики. «Сушимания» – торговая марка. «Сушимания» была основана в 2009 году в Уфе. Главное в работе нашего ресторана – это профессионализм. Журнал «Свадьба на ура» – лучший свадебный журнал Приволжья, издается с 2008 года. Все только самое актуальное, модное и интересное. А также на этой сцене компания «Центр дизайна волос». Они оказывают большой спектр услуг. Полировка волос, наращивание и ламинирование волос, завивка и выпрямление. Восстановление и уход, стрижки, окрашивание. Спасибо. Отличное настроение. Очень благодарим всех организаторов и канал MTV Mix за принятие в участии в этом гранд-бале. То, что мы стали партнером этого бала. Очень благодарны. Огромное спасибо. Приглашаются бренд-менеджер бренда «Прохладная» Розалина Шагапова и территориальный менеджер компании «Супербир» Артур Салихов. История минеральной воды «Герлштайнер» уходит вглубь веков и является крупнейшим производителем минеральной воды в Германии и крупнейший экспортер газированной минеральной воды в мире. «Герлштайнер» – минеральная вода с богатым содержанием минералов и нейтральным освежающим вкусом. Во вкусе бренда «Прохладная» прослеживается хлебно-злаковые тона с оттенками меда и луговых трав. «Супербир» – одно из ведущих дистрибьюторов импортного пива в России. За более чем 20-летнюю историю существования на рынке компания смогла стать одной из лучших в своей области. Я думаю, что нужно немножечко этот вечер простимулировать, правда? Конечно. Как это верно ты сказала. Я не знаю, что мне делать с этой бедой. У меня на свете было все, да не то. Где моя судьба, мне неведома. Пусть все будет как суждено, но я не знаю, что мне делать с этой бедой. У нее небесный запах, цвет золотой. Сердце по ночам Богу молится, просит каждый раз об одном, но... Но я играю эту роль, как две сестры, любовь и боль. Живут во мне необъяснимо. Тебе и небо по плечу, а я свободна. Отказало сердце мое, все, что до него было, не было.
все, да не то. Где моя судьба, мне неведома. Пусть все будет как суждено, но я играю эту роль, как две сестры, любовь и боль живут во мне. Просим вынести торт! Замечательный торт от кондитерской Калева Кейк! Мы очень рады были для вас вести ежегодный Гран-бал and Battle Show. Я хочу сказать огромное спасибо тебе, Тарзан, за этот великолепный вечер, за это настроение, за твои песни, за наш дуэт. Я еще раз хочу сказать огромное спасибо нашим партнерам, нашим генеральным партнерам ресторанному комплексу «Версаль». Это великолепнейшее место, где мы ежегодно проводим Гран-бал and Battle Show, потому что просто его больше невозможно сделать нигде. Нигде нет такой роскошной, великолепной площадки. Хочу сказать огромное спасибо компании Business Process Technologies. И у Тарзана сегодня вот такие часы, которые будут сохранять его здоровье, молодость, красоту. Я хочу сказать спасибо, конечно же, Aldega Hotel and Spa и сети стоматологических клиник Dental Office. Я хочу сказать всем партнерам, всем официальным партнерам огромное спасибо за этот вечер. Ну что ж, друзья, встретимся на Grand Ball and Battle Show 2019. Слушай, это недолго, ты беги себе, беги. Слушаю жадно, не спеша, не дыша и деликатно. Все реки рано или поздно попадают в океан. Невероятно, круто, но путана и непонятно. Одна река была как белый день, другая черная как ночь. А волны третьи были пламенем. После золотых хитов группы «Виагра» гости даже не предполагали, что вечер может стать еще зажигательнее, причем в прямом смысле этого слова. Все были поражены смелыми амазонками, повелевающими огнем шоу-театра «Огня и света» «Hot Heads». До следующего Grand Ball and Battle Show, где мы ждем всех ценителей светских вечеров, азарта и хорошего настроения.